Друзья, всем привет! Сегодня у нас четверг, и сейчас мы будем мерять воду. Термометр показывал на солнце 35 градусов вот совсем недавно. Сейчас я буду мерять воду и скажу вам, какая температура воды. Но мне кажется, она все-таки, я думаю, не больше 20 или 20,5. Довольно-таки свежая, но холодной, холодной я бы ее не назвал. Все, жирафчик наш работает, меряем 3 минутки. Потому что я давно не мерил, не показывал вам, какая температура. Купаю сейчас здесь нету, рядышком пляж Кайленд, когда не пойду, сейчас решил сам померить. Сейчас посмотрим. Может быть, будет 21, я уже стою, привыкаю, но мне кажется теплее, может будет 21, но я не уверен. Хотя может быть. Просто были, у нас сейчас холодные ночи, ночью температура опускалась пару ночей до плюс 12 всего-навсего, это довольно холодно. То есть, если лет сейчас днем мы ходим в шортах, тапочках, футболках без проблем, то с 7 вечера начинается у нас 16-15 градусов. И довольно, ну, надо одевать джинсы, надо одевать кроссовки желательно, надо одевать легкую курточку или теплый свитер, такой относительно теплый, потому что ночью, вот мы гуляли вчера до 3 часов ночи, было довольно прохладно. Позавчера ночью было еще холоднее. Но сегодня день очень солнечный, вот 35 показало на солнце, ну понятно, что это просто он лежал на солнце. А так где-то градусов 28-29 на солнышке было. И по градуснику, и по ощущениям. Так, главное, меня чтобы сильно не залило. Меня уже немножко меня уже залило. Опять придется мне шорты мыть. А что, в Абхазии не такая вода, да? Да ты чё, я не знал даже. Жиравчик у меня, песок немножко прикопался. Ай. Предварительный замер, друзья. 19,5. Сейчас еще полминутки. Это пирс отеля Sun Prime, он уже работает. И пирс отеля Азия уже почти собрали. То есть уже и лежаки там стоят, но я думаю, завтра-послезавтра его запустят уже. Клуб Бояр. Видео выйдет еще немножко сегодня о путешествиях наших и на крепости. В Махмутларе были. Метин, большущий, тебе спасибо. Халиль, спасибо вам большое, друзья. Очень интересно было с вами. Спасибо, что уделили время нам. Роман Иванович тут стоит, море показывает. Так, сейчас смотрим. Уже можно... Сейчас температуру воды скажу. Итак, друзья, температура воды сегодня 19,8. 19,8. Около 20. 19,8, короче. Вот такая вот сегодня, друзья, водичка. Я был прав все-таки первоначально. Я сказал, что вряд ли она теплее 20. Всем пока, всем мира, добра всем.